Классно. Всем привет, с вами я, Пак Санч, мне поиграть 5 ночей в подъезде 2. Вот это да! Ну все, короче, поехали, я не знаю, что дальше говорить. Ну, как всегда, нахер, да, заходишь в игру, думаешь, что тебе скажут что-нибудь привет, и искали, пошел вон. Так, фонарик. О, какая музыка. Алло. Не алло, пошел в жопу, ты меня музыку нарушил. Ну, как всегда, мой любимый подъезд, да? А, это 4-й этаж, короче, там света нет, как всегда, это вот, я знаю. Я там живу, потому что это 5-й этаж, это вообще подвал. Потому что тут у меня друг живет, его зовут Никита. А это Володя, кстати. Где отсюда? Володя, ты честно заснул-то, а? Классно. Так, это проход, короче, ко мне инфа туда 100%, а это, ну тут, короче, мне кто? Илюха живет, короче. Вот он, где вот? Володя? Нет, не Володя. А где Володя? Вот Володя. Это Влад. То есть, вот это мой этаж. Это я. Хер пойми, такой-то у меня там на этаже кто-то живет. Это Володя. Это Влад. Это генератор. Это подъезд. Так, Илюха, а где Никита живет? Где подвал? А, вот тут, подожди, это Илюха, ой, это Никита, значит, вышел. Никита, домой пошел быстро. Тут, короче, должен еще и двери право-лево, да? А, это ФНАФ, типа, второй, нифига себе, вот это да, я только сейчас понял. Илюха, ты что, из хаты вышел, что ли? Вот он, что-то трогает там, слышь? Так, ты, во-первых, Володя, свою эту шкатулку заводи сам. Илюха, что там ищешь? Там нет закладок, там ничего нет, и уйди оттуда. Надеюсь, после таких шуточек, как сейчас я своих друзей называю, они меня не побьют потом. Не понял, что я камеру упала. О, там дед какой-то. Слушай, камера. Камеру мне верни, вонючка. Мне сейчас Володя хату... Мне сейчас, по сути, Володя прям лицо бить не надо. И хату мою воровать. Я вон, видишь, уже бичую. Я не могу открыть камеру, она не открывается. Ай, ты откуда? Ты кто вообще такой? Уйди отсюда. Вот это я обосрался, а? Это не я. Хоть я и набодрался, но это не я. Это было очень нагло, как и конечно, поэтому я иду бить снова сейчас. Это какой-то вообще негодяй пришел. Это кто такой? Дед старый какой-то. Бургер Кинг говно! А, ну я тебя понял, короче. Это не Бургер Кинг, уходи отсюда. Вот ты до сих пор зажигает, ему вообще кайфарик, я лежит такой. Ничего больше не нужно, только музыка. В смысле, ты как камеру-то спер? Ну еще опять наорет Володя, господи. Да, Володя, я жду твою старскую музычку, как говорится. Давай, покажи мне свой. Топовая музыка, я говорю, я бы сел на этой камере всю ночь просто и слушал эту музыку, но так как мы... Выживаем против этих говняков, которые в подъездах сидят, Илюхи, Никиты всякие, и Володи всякие, да. Я снова дожил до 2 ночи, теперь я пытаюсь понять, как этого вонючего деда отсюда убрать, потому что он надоел воровать мою камеру, уйди отсюда, слышь, вон пошел как-то, я не знаю, выкинуть тебя отсюда. Ну он камеру спер, как? А что там будет делать, маска не работает. Короче. Это последняя попытка, я не понимаю, когда деда выкинуть. Может скрыть камеру. Да отстань! Может он мне что-то скажет там про этого деда? Не знаю, но мне похеру. У меня здесь Володя есть, который падла, надо музыку бы заводить. Здесь вместе с ним тусоваться, вот так просто. Не, улетел на какой-то генератор этот рубануть. Это может электрик приходит ко мне? А может тебя просто игнорить надо? Пошел ты в жопу, понял? Где тут какая-то кнопочка, может, я не знаю. Уйди! Как ты выгнать-то, Я видел, он обрубил мне все, говнюк, из-за тебя, ага, до такого, а как его было выгнать-то? Все, мне хана, меня сейчас опять Володя в лобешник даст. Все, Володя с тобой больше не играет, ты понял меня? А вот такого было делать не надо было, понятно? Все, я обиделся тебе.